апостола о чем свидетельствует нам? В любом послании о жертве Иисуса. Любовь Отца, все прочее обман. Без жертвы Сына люди вовеки не спасутся. Все перепутали монахи. Не на том. Акцент о силе тратится изрядно. Задушено простое, разбавили постом. Анабиоз настал и царствует обрядность. Простого проще Библию открыть и, помолясь, усесться столь престижно. Враг заволнуется, из алтарей даст рык, и высветится, кто же к Богу ближний. Авторитет Писания у наших на нуле. Святая Библия в архивном положении. Нас целым миром надобно жалеть. При входе в храм пора поставить жернов. Народ в презрении тупой и ограничен. Попа не трожь, как самку у волков. В момент, когда течкует там волчица, до истины добраться, ох, как нелегко. Апостолов Христовых сам Господь заставил быть очень узкими в вопросах о спасении. И этим всех обескуражил Павел, и с этим он вошел в алтарь и в семьи. И первый был завет основан на крови, которой все кропилось, освящалось. Узнав о сем, то тщательно храни, ни крестными ходами, ни мощами. Апостолы, мы просим, выберите время, синоды соберите, задайте нужный тон. Без вас огонь погас, епископы все дремлют, а от заморенных овец плывет цунами стон. Апостолы, вы где? Не мы ли вас зовем и память вашу пышно отмечаем? Благоприятен день, и мы с апостолом вдвоем, и полчища попов встречают нас с мечами. 12 сентября 2010 года.